сейчас. А я думаю, кто это там топы хочет прыгнуть? Толстая, какая ты хорошенькая, толстенькая, а? Догнала меня, очень голодная, видимо. Молодец какая. Не видел я ее дня 4, наверное, толстый. Ну, кстати, спрашивают, почему она толстая, почему у нее фамилия такая. Ну, ну вот такая белочка. Хорошенькая какая. Мокрая, тут дождь идет. Как дождь надоел. Сколько можно? А завтра еще ливни обещают. Сейчас просто дождь. А завтра ливни будут. Злодейка какая, а? Жалко, погладить ее нельзя. Хорошенькая какая. А в парке осень, вон. Все желтое. Какая хорошенькая ты. Ну, то, что не мордашка мокрая, это потому что она бегает среди листьев, что-то они ищут, все время копаются в листве вот и мокрые. Ищут, может, кто чего спрятал, а я, говорит, не нашел еще. А так она сухая. Чуть-чуть там у нее, может, что-нибудь капнуло. Ушки у ней намокли. Злодейка какая. Я все удивляюсь, она такая толстенькая, большая, а веса у нее нету. И в прошлом году то же самое было. Большая, толстенькая, а веса нет вообще в ней. Злодейка какая. Ну вот, я ее дня 4 не видел, белки. А некоторые думают, что белки каждый день едят кедровые орехи. Нет, вот 4 дня я не видел. Она, скорее всего, 4 дня и не ела никаких орехов тут. Не знаю, что она тут ест. Ну, там в кормушке что-то лежало, может быть, она прибегала. Но там на многих-то не хватит. Там еще одна какая-то белка. Чего-то она нашла, вон та белка. Тут странные дворники пытаются пылесосить. Тут листьями завалило все, а они пытаются пылесосить мокрые листья, которые прилипли. Это жесть какая-то. Какая хорошенькая она. Разве не прелесть, белочка какая, а? Ну-ка тебе на желтеньком фоне тебя сниму вот так вот. Какая хорошенькая. Толстая, хорошенькая какая. А я когда тут хожу, я всегда оглядываюсь. Потому что вот именно в этом месте она постоянно меня встречает. Это ее места здесь. Вот туда дальше вон, деревья все здесь. Это ее территория толстая. Молодец какая. Хорошо сидит, прям на попе села. Молодец.
Она, кстати, прибегала, не помню, ну да, 4 дня, 4 или 5 дней назад. Она не подходила ко мне, она просто орешки таскала. Хвостик какой, говорит, посмотрите, у меня хвостик какой. Злодейка. Животное в этом шуме всю жизнь живут. Круглые сутки. 24 на 7. Нет им покоя здесь. Кончились, да, кончились орешки. Кончились. Какая ты хорошенькая, какая, а? Какая ты хорошенькая, толстенькая. Какая ты. Иди сюда. Куда ты? Чё? Мы еще не закончили. Хорошенькая какая. Только что, кстати, ушастика видел, бегает тот. А он есть не стал, он не голодный. Злодей, он закапывает орешки. Недалеко, кстати, тут. Возможно, они пересекаются иногда. Какая белочка. У них, кстати, мокрая. Я сейчас пальцем провел. Мокрая. Мокрая шкурка. Какая хорошенькая, а? А тут еще какой-то толстый живот живет. Толстый. По-моему, там это мальчик. Белка. Вот это девочка. А тот, по-моему, мальчик. Ну, мое такое мнение по поведению. Но я могу ошибаться, конечно. Голодная она. Давно ничего вкусного не ела. А тут орешки. Наголодала злодейка. У тебя нога соскальзывает, слышишь? Правая. Вон там. А вот так удобнее, да. А все, все, говорит, я наелась, по-моему. Да. У меня фотоаппарат пакетом пластиковым обмотан, чтобы его не заливало. Ну-ка. Ну все, наверное. Все.